Соблюдая законность, меры личной безопасности, культурное и вежливое обращение с гражданами, приказываю заступить на маршрут патрулирования. С привычных наставлений руководства начинается день инспекторов ДПС. Основная задача патрулирования – обеспечение безопасности на дорогах Одинцовского округа, протяженность которых более 1500 километров. При этом дорожная карта постоянно меняется. Независимо от времени года, строятся новые дороги и тротуары, обустраиваются пешеходные переходы. То увеличивается пропускная способность, открываются эстакады, убираются светофоры, которые задерживают движение. Все это делается именно для удобства и водителей, и пешеходов. И для того, чтобы снизить, естественно, аварийность на территории обслуживания нашей госавтоинспекции. Их работа и опасна, и трудна. Сегодня в отделе ГИБДД управления МВД России по Одинцовскому городскому округу служат 134 сотрудника. 95 из них – отдельная рота ДПС. Они постоянно на дежурстве. Помимо основного патрулирования, проводят оперативные рейды. Еще одна важная обязанность – профилактическая работа с населением. Прежде всего, с детьми. Все это в круглосуточном режиме и ради безопасности всех участников дорожного движения. Так, человека по фамилии, имя, отчество. Вот надо проверить. 22.07.1990 год. Все ожидаю. Мотоэкипажи – украшение Одинцовской госавтоинспекции. Они так же, как и все инспекторы ГИБДД, следят за безопасностью на дорогах, оформляют ДТП, выписывают штрафы, пресекают правонарушения. Но их главное предназначение – скоростное преследование. Погоня – неотъемлемая часть работы мотоэкипажа. При необходимости, в том числе для проверки документов или вынесения предупреждения, останавливают и мотоциклистов, и других участников дорожного движения. Коллектив отдельной роты ДПС – это не только люди с опытом, работающие уже по 20-25 лет, но и молодые специалисты, которых в последние годы приходит все больше – после армии или вуза. У нас практикуется институт наставничества, то есть люди, сотрудники, которые отработали по 10-20 лет, берут к себе в стажеры вновь прибывших сотрудников и рассказывают от начала до конца всю процедуру оформления материала, оформления дорожно-транспортного происшествия, и остальная повседневная наша деятельность. История Одинцовского отдела госавтоинспекции началась в 1966 году. Так что помимо 85-летия всей службы ОРУД ГАИ ГИБДД, у наших инспекторов еще одна круглая дата – 55 лет со дня образования отдела. За эти годы госавтоинспекция несколько раз переезжала, а в 2009 году получила долгожданный дом. Сейчас она располагается в современном комплексе в Больших Веземах по адресу улица Ямская, дом 1. Центральная и, пожалуй, главная часть любого подразделения МВД – дежурная. Именно сюда поступают сообщения о ДТП или преступлениях, связанных с автотранспортом. Дальше все зависит от оперативности действий сотрудника дежурной части. Помогают техника и система слежения ГЛОНАСС. На интерактивной карте округа можно видеть все экипажи. На место происшествия незамедлительно отправляется ближайший. На первом этаже здания у ГИБДД находится один из самых востребованных у граждан отделов – регистрационно-экзаменационный. Количество автотранспорта растет примерно на 10 тысяч машин в год, и все больше жителей округа садится за руль. Сюда приходят, чтобы сдать экзамены на права, получить или заменить водительское удостоверение. При этом поставить автомобиль на учет, сразу получить госномера можно по соседству, в регистрационном отделении. Очень удобно и, что важно, очередей практически нет. Теперь граждане заранее записываются сюда через портал госуслуг. Сотрудники ГИБДД подчеркивают, неисправному автомобилю и избыточному тюнингу на дороге не место. Ведь главное – безопасность всех участников дорожного движения. Инспекторы отдела технического надзора следят за этим строго. Комплексный анализ состояния аварийности, дорожно-транспортной обстановки и результатов служебной деятельности подразделения ГИБДД проводят инспекторы аналитического направления. За правильность дорожной разметки, установку светофоров и дорожных знаков, организацию перекрытий движения автотранспорта отвечает группа дорожного надзора. Они работают с картами и выезжают на местность, чтобы убедиться в соответствии плана и реальной ситуации на дороге. Поиском транспорта, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия, занимается группа розыска. Совместно с другими подразделениями МВД инспекторы также ищут пропавшие и угнанные машины.
На плечах дознавателей ответственность по разбору ДТП. Найти причины и виновников происшествия бывает порой непросто. Поэтому здесь важен профессионализм сотрудников. В группе по исполнению административного законодательства контролируют выполнение законов и своевременную оплату штрафов, отвечают на обращения граждан. Работа с населением – главная часть деятельности сотрудников группы по пропаганде безопасности дорожного движения. Их ежедневный труд направлен на снижение дорожно-транспортного травматизма, в первую очередь детского. Для этого сотрудники постоянно ищут новые формы и способы донести важную информацию, сделать ее доступной. Профилактика, обучение, разъяснение обязательно принесут свои плоды и сберегут не одну жизнь, уверены инспекторы группы. За повседневной деятельностью и многозадачностью службы об истории орут ГАИ ГИБДД в Одинцовском отделе не забывают. На втором этаже расположен тематический музей. Здесь собраны исторические фотографии и документы. Среди экспонатов немало настоящих раритетов. Старинный мотошлем госавтоинспектора, жезл полицейского начала 20 века, а еще госномера автомобилей, водительские удостоверения и талоны техосмотра разных лет, различные сувениры. А по соседству разместились награды за спортивные достижения отдела за последние 10 лет. Наше подразделение одно из самых крупных и также одно из самых спортивных подразделений Московской области, потому что мы неоднократно уже в последние годы становимся призерами и победителями зимних и летних спартакиад среди сотрудников госавтоинспекции Московской области. 2020 год внес ощутимые коррективы в привычную работу сотрудников ГИБДД. Из-за пандемии обязательными атрибутами инспекторов стали защитные маски и перчатки. Носить их до сих пор обязаны все граждане при нахождении в общественных местах и транспорте. Во время режима самоизоляции весной прошлого года, когда наблюдалась нехватка индивидуальных средств защиты, инспекторы вручали маски водителям и пассажирам в ходе проверки пропусков на передвижение. Сотрудники госавтоинспекции соблюдают правила эпидемиологической безопасности и сегодня. При этом жизнь в округе постепенно приходит в привычное русло. Снимаются введенные ранее ограничения. Это позволяет инспекторам вернуться к профилактической деятельности. Они по-прежнему проводят на дорогах акции, направленные на безопасность юных пассажиров и пешеходов, вручают ребятам брелоки и браслеты со световозвращающими элементами, так необходимыми в темное время суток. Изучают с детьми правила дорожного движения посредством викторин и квестов в школах, детских садах и городских летних оздоровительных лагерях. А еще поздравляют водителей с праздниками, проводят акции к 23 февраля и 8 марта. Ведь главное для сотрудников ГИБДД – это здоровье и безопасность всех участников дорожного движения. Уважаемые сотрудники и ветераны госавтоинспекции, в этом году нашей службе исполняется 85 лет. От всей души хочется поздравить вас с этим замечательным праздником. Здоровья, удачи в нашем нелегком деле. Спасибо ветеранам за многолетний труд в этом нелегком деле. С праздником вас всех!